Рассада щитовника краснорусового пролифика лучше всего растет в питательной, дренированной почве, на теневых или частично затененных участках. Растение невысокое, всего до 50 см, ширина кустика может достигать до 50-60 см. Сорт достаточно интересный. Отличается тем, что при распускании листочки окрашены в светло-медный оттенок. Только через время они приобретают темно-зеленый окрас. Листья дважды и трижды перистые, группируются пучками. Используют щитовник краснорусовый пролифика для оформления зон вокруг деревьев, теневых участков сада, для одиночных и групповых посадок. Щитовник красносорусовый пролифика — это травянистый высотой 45-60 см, диаметром 30-40 см. Летом листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.